будет оценивать работу губернаторов по нескольким критериям. И один из этих критериев – это численность волонтеров, добровольцев в регионе. Вот скажите, вы сталкивались с поддержкой волонтеров и готовы ли сами помогать на бесплатной, безвозмездной основе? Нет, мы сталкиваться не сталкивались, а помогать нам по 80 лет уже. Так что, ну так, помогаем соседям, кто плохо себя чувствует, кому там надо чем-то помогаем, помочь, и все. Да. Соседям по площадке, все. Готовы помогать, но с волонтерами не общались. Нет необходимости такой, мы еще на своих ногах, может, кому-то нужнее. Волонтерское нужно, старикам надо помогать, таким, которые плохо живут. Вот напротив нас соседи, ему 90 лет, а ей 80 с лишним. Вот им надо таким помогать. С поддержкой волонтеров я не сталкивалась, потому что я еще молода, скажем так. Но я считаю, что в Хабаровском крае у нас есть движение. Я по соцсетям смотрю, что есть молодые люди, которые готовы работать волонтерами, оказывать какие-то услуги именно населению у нас пожилого возраста. Старое доброе время, да, было. Субботники были, это же добровольцы. Это чемпионат мира по футболу. Это же отзывы какие были. Второе, это Олимпиада в Сочи. Это, там они очень себя хорошо зарекомендовали. Вот такие массовые мероприятия, где приковано внимание не только россиян, но и других стран. Иногда вот выходишь на Амур, вот сейчас затон немножко загородили, а в принципе вот видно было, значит, после зимы приходят, чистят, да. Несмотря на то, что флот вроде почти исчез, а берега, да, на общественных началах, так называемый зоосад, вот на Воронеже, там тоже видна работа добровольцев. Те, кто неравнодушен, как мы их раньше называли, юнаты, да, друзья природы. Я с добровольцами не встречался, я еще в силе и в своем уме, вот, поэтому я не знаю, но я думаю, что это движение-то, оно нужное и правильное. Те, кто это делает, они молодцы, я их просто хвалю, дай бог, чтобы и так дальше было. Ну, я видел на субботниках, вот, допустим, сейчас субботники идут, многие студенты, родители выходят, сейчас возле домов даже вот люди выходят, еще не объявили, что будет субботник, будет... Я слышал 24 апреля и 2 мая, но уже люди заранее выходят и готовят свои территории. То есть добровольно, добровольцы, люди делают сами, украшают свой город, сами создают быт, чтобы здесь было хорошо. А вообще я смотрю, вот город Хабаров, смотрите, я здесь живу с 64 года. Каждым годом все делается лучше и лучше. Но не все могут это ценить. Некоторые вот ноют, то не так, то не так. Но каждый человек сам должен украшать свою жизнь, каждый должен думать о своем здоровье и делать так, чтобы было там, где ты живешь, было хорошо. Тогда будет всем хорошо. Плакать не надо, надо просто трудиться. Я видел, когда в Комсомольске был потоп, там очень много ребят на самом деле спасали людей. Вот вообще, это для меня такая гордость за них.